Алло, я слушаю. Привет, Анютка. Юрик, у тебя? Алло, чего молчишь? Слушай, ну я волнуюсь. Ты можешь сказать, у него хотя бы руки, ноги целы? Целы. Что-то еще? Чего такая ведьма, Анютка? Ты же мужика из семьи уводишь, тебе не стыдно? Больше сюда не звони. Никогда. Ничего. Сама напросилась. Давай выпьем, Ой. Чтобы напряжение снять. Давай по капельке. Ладно. Может, хоть усну, наконец. Я думаю, так. Альбина все правильно прочитала. Для каждой бабы ее дети — это слабое место. Анька не исключение. Так-то оно так. Но чтобы она при здравом уме и твердой памяти нам такую сумму отдала. Отдаст. Ей не до этого будет, понимаешь? Она сама еще будет просить, чтобы мы деньги забрали. Возьмите. Давай. Давай. Ой, и что ты стаканами ликерную? Я этой Альбинке не доверяю. Вот вернется к ней Юрка. Она же нам всю комбинацию поломает. Да типун тебе на язык. Давай. Чтобы не вернулся. Юки, сладковато. А ты пирожочком с мяском. Алло, Палыч. Кто это? Ну, кто это? Кто-кто? Конь в пальто. Ну, это Альбина. Альбина я, Альбина. Какая еще Альбина? Слушай, ну я обидеться могу. Какая? Ты мне тут недавно глазки строил, да? А теперь какая? Никакая. Ну, Альбина. А, это ты, чокнутая с вокзала? Я сейчас могу повесить трубку, да? А ты... Пирожки с капустой есть? Или с мясом? Завтра в тюрьме окажешься. Слышал, да, как тебе такая перспективка? Николашка на тебя заявление подал и сказал, что ты мотоцикл у него отобрал. Врешь. А ты сходи в наше местное отделение, тебя там тепленького сразу и повяжут. Сходи, сходи на экскурсию. Идиот малолетний. Угу, да. Скажи. Ты бы знаешь, ты бы, может быть, с ним как-то, я не знаю, серьезно там поговорил. И лучше сегодня, потому что завтра уже будет поздно. Он на работе? А? На работе он? Нет, он сейчас должен быть дома. Он обычно до 10 дома. Только, слышишь, ты же меня... Ну, ты понимаешь, да? Ну, ты меня не сдашь. Посмотрим. Слушай, а на кой ты мне его слила? Ну, это личные мотивы. Короче, ты адрес запишешь или ты так запомнишь? Валерочка, ты же любишь гренки? А то. Я специально для тебя пожарила. Спасибо, моя кусенька. Давай. Просто класс. Дай мне попробовать.
Все, милуетесь. А жилплощадь отдельную собираетесь покупать? Что, уже? Сегодня? Сейчас! Я что, не сказала? Я тоже не слышу, ма. Ой, ну забыла, забегала, с кем не бывает. Мам, ну это ж во! Ай, детский сад. Юрка, мужик, он же должен быть как кремень, а ты? Чуть его пальцем поманили, и он готовый обидеть такую женщину. Клав, ну сколько можно уже? Ну... О, перемирие. Заключен пакт о ненападении. Вы что, всю ночь так сидели? Да, посидели, поговорили. Сколько ж мы не виделись-то? Ну что, пора. Нюрочке привет от меня. Приезжайте в Дружковку. Рад буду. Угу. Давай. Я вижу, сынок, тебе совсем плохо. Я тебя понимаю. Но мама же, она хотела как лучше. Она хочет, чтобы всем было хорошо. Она для этого, собственно, и в школу ходила. Зачем? Не знаю. Просто она ходила, и все. Так, она... Она с Ириной говорила? Твою дивизию. Какого хрена? Сынок, сынок, все образуется. Как-нибудь. Викуся! Ой, Лето Петровна, да ничего, я просто хотела достать. Ну ты с торбами-то погоди, Викусь, присядь. Сначала же все оформить надо. Для этого у твоей матери надо денежки забрать, а потом езжайте себе на здоровье. Вот не терпится тебе, да, от свекрови уехать? Ой, ну что же вы такое говорите, Виолеточка Петровна? Вот, вот. Да нет, конечно. Виолеточка Петровна, Виолеточка Петровна, мамой, что ли, назвала бы? Я ж так стараюсь для тебя. Спасибо большое. Валерик! Отвезешь нас с Викусей, слышь? Батя еще вчера на дачу укатил на пару дней. Там работы не в проворот, между прочим. Помидоры полить, деревья побелить, забор покрасить. Бедный батя, блин. Ну что ты сидишь-то? Бери паспорт. Угу. Еще за матерью за твоей надо заехать. Ой, а я же не могу сегодня. У меня ж контрольные. Не, ну вы такое видели? Ей квартиры на голову падают, а она не может. Вон народ пошел. Я не знаю просто. Не сердитесь. Да. Миш, это я. Привет. Как себя чувствуешь? Давление по-прежнему, так что не очень. Я хочу подать заявление об уходе. Что? Слушай, у тебя, по-моему, не с давлением, у тебя с мозгами проблемы. Ну, не горячись. Да я спокоен, как Ленин на постаменте. Ты мне объясни, что ты надумала? Не могу я здесь больше, понимаешь? Мне надо уехать. Угу, так значит. Опять в бега, да? Как 2 года назад. Сегодня Ружанск, завтра Северный полюс. Ладно. Давай. Не будем горячиться, ты отдохни, а я успокоюсь. Выйдешь с больничного и поговорим. Да, моя девочка. Хорошо, только я не твоя девочка. Извините, я не хотела подслушивать. Mm-hmm. Ты был директор школы? Да, Катя.
Привет. Привет. Слушай, а что у тебя с этим перцом? Ничего. Нужен он мне 100 лет. Так а чего ты с ним на свадьбу приходила? Ну и приходила, и что дальше? Ничего не значит. Вот ты мне скажи, я что, сама не могу разобраться в собственной личной жизни? Что она вечно лезет, а? Ну, жили же мы как-то без нее. Представляешь, мать в школу ходила. Что, Ирину прорабатывала? А я этот дурак думал, что случилось. Оказывается, на свои руки переложила. Поссорились? Да там... там сложнее. Дети, доброе утро. А где Клава, папа? Наташенька, я хотела с тобой поговорить. А со мной ты не хочешь поговорить? Или у тебя разговоры по душам только с женщинами? С Ириной, например. Ну да, я с ней говорила. Ирина Николаевна обещала подумать о твоем будущем. Ну я же вам добра желаю. Ты все испортила. Мать, не надо никому делать хорошо. Себе сделай хорошо, а нас не трогай. Ты поняла? Наташ, я все равно хочу сказать, что ты вчера себя вела не лучшим образом. Валерик, не свисти, а то денег не будет. Ну, я же ради вас стараюсь. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Да понимаешь? Ну да. Счастье на человека не приклеишь. Поэтому ты решила прибить его гвоздями. Ну, Палыч, здорово. Ты какими судьбами? Сейчас узнаешь. Дядя, ты чего? Он еще спрашивает. Ты сказал, что мы в расчете. Врет, малолетний.
сейчас еще ты отхватишь. Кусь, уйди. Пупок не развяжется, а? Ты живой конь. Ну ты гнида, Палыч. Коленька. Колян, нужно я ему нос ломаю? У меня руки чешутся. Валерик, не лезь! Мать, все пучко! Валера! Мам! По-хорошему ты не понял. Теперь поймешь по-плохому. Да отпусти ты! Больно. Колька. Бумажку свою из ментуры забери. Слышь, ты, кентяра, еще раз на районе появишься, я тебе точно нос ломаю. Ты понял? Понял. Какую бумажку ты? Ну-ну, продолжай прикидываться. Ты гад, а? Братан, ты как, живой? Вика, что случилось? Жить буду. Мамочка. Ага. Что? Это я виновата. Я просто очень долго собиралась. Если бы мы приехали раньше, я бы помешала. Подожди. По-моему, он выключит. Господи, ему плохо. Машину его. Аккуратно. Аккуратно. Ой, ой. Колян, держись. Мат, двери открывай. Сынок, очнись. Лера, ты издевайся, что ли, я не пойму, а? Ма, это не Мерседес. Ну, поднажми немножко. Малая, с дороги! Смотри! Ну что ты делаешь? Ну не труси его! Ну что, он там живой? Пожалуйста, быстрее! Вот так, Валер, давай, давай, я тебя прошу. Все, едем быстрее. Молодец, молодец, молодец! Осторожнее, осторожнее! Давно без сознания? Ну, не знаю, минут 15. Давайте на рентген! Так, вам туда нельзя, тем более беременна. Доктор, скажите, все будет хорошо? Врет он все. Детка, все, тихо, тихо, тебе нельзя волноваться. Валерик, забирайте вы Кусю поезжать. Нет, нет. Мама, мама, я с тобой останусь. Так, Кусь, ты слышала, что доктор сказал? Елена Петровна, спасибо вам огромное. Вы настоящий друг. Только в такие минуты познаются друзья. Хотя мы теперь, наверное, одна семья. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы мы вовремя не подоспели, да? Точно. Если бы не эта сделка по квартире, я вообще не знаю, что бы мы делали. Знаете что, Виолетта Петровна, забирайте детей и оформляйте все сами. Мамочка, ну о чем же ты сейчас думаешь? Ваня! Все, ну хоть за Викусю буду спокойно. Все, все, поезжайте. Все. Вика. Все, идем, идем. Спасибо идем, большое. Идем, идем, Куся. Слушай, ну это же надо было такому случиться именно сегодня, когда мы квартиру покупаем, а? Осадок нехороший остался. Я дальше с вами не поеду. Высади меня возле училища, пожалуйста. Что, на свою контрольную пойдешь? Ты даешь. Ма, ну хоть ты и скажи, а? Делай, что она говорит. Сынок, ты меня в Киви в столовую отвези, сам езжай на работу. Первая городская больница. А сделка как же? Да ничего, мы с Ивой вдвоем справимся. Мать, я все-таки с вами поеду. Ну, сумма большая. Да не волнуйся. Ну, что-то тогда как в воду опущено, а? Ну, а что ты мне прикажешь радоваться, что ли? Да ничего, нормально. Нормально, давай. Ну, где вы все подевались, ну? Ни Виолетта, ни Палыч трубку не берутся. Ну, давай. Ну, сиди тут и гадай.
Тук-тук. Да. Привет, Альбина. Здравствуйте. Выходи. Куда? На улицу. Я тебе Палыча привел на опознание. Кого? Палыча. Такие красивенькие эти еврики. Прям загляденье. А ты чего? Плохо, что ли? Что-то мне так сердце жмет. Скажи мне, Веточка, а этого Николашку там что, сильно побили? В больницу отвезли. Угу. Кровище хлещет. Аня орет. Викуся ревет. Ой, Ива, такой грех мы с тобой взяли на душу. Это не мы. Это Альбинка. А кто знал, что этот мужик такой зверь? А? А вот ты теперь представь, чтобы с моим Валеркой такое бы случилось. Да не дай бог. Не дай бог, ты чего? Узнаешь? А должна? Рекомендую. Палыч. Палыч, иди сюда. Здрасте. Так точно, Палыч мой. А вот этот, вот этот. Все, согласно протоколу. Угу. Палыч, а ну распрямись. Вот. Ну вот. Угу. Морда наглая, возраст около 50, здоровый. Все приметы совпадают. Да-да, все совпадает. И он даже не отрицает, что он виноват. Не-не, не отрицает, не отрицает. Я ж тут один. Один Палыч на всем вокзале остался. Ну, девушка, вот смотрите, профиль. Ну, узнайте. Узнайте, а? 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 Ну, вам же не жалко. А я в отделении, я там отосплюсь. Меня же ребята покормят, правда, Алексей Васильевич? Конечно. Алексей Васильевич, я... Когда показания эти вам давала, вы меня простите, дуру, ради бога. Я была в этом, как это называется? Пила? Нет. В состоянии. Ну, это, знаете, это эффекта. Короче, вы для новый протокол будете составлять, значит, пишите. Никого не видела, не слышала, ничего не знаю и никого не подозреваю. Свободен, Палыч. Ма, Викуся, прости, пожалуйста. Не могла ни о чем другом думать. Ну, как он? Ну, обследование делают. Но я надеюсь, все будет хорошо. А ты почему не на сделке? Да Валерик со свекровью сами справятся, и без меня. Но мне бы хотелось, чтобы ты сама подписала договор. Имущество, нажитое в браке, все равно в случае развода делится пополам. А ты откуда знаешь? У Инки, у подружки родители разводились, так она еще полгода об этом трещала. Да. Ну, о чем мы с тобой говорим? Ой, правда. Доктор! Доктор, ну как он? Ну, все в порядке. Он пришел себя. Спасибо, доктор. Пойдемте. А можно? Да, можно пойдемте. Можно к нему, да? Ну что? Ну, мы сделали рентген. Ушибы разной тяжести есть. Небольшое сотрясение. Подержим его под наблюдением несколько дней. Спасибо, доктор. Скажите, а можно в эту палату больше никого не заселять? Я заплачу. Не утомляйте его. Спасибо. Ну как ты? Дурак ты, Колька, напугал нас всех. Так. Хватит сырость разводить. Коленька, кто это сделал? Палыч, урод. Сказал, что мы в расчете, когда я мотик отдал. Он что? Ты что, отдал ему свой мотоцикл? Альбина торговала паленой водкой у нас в ларьке. Я ничего не знал, пока Палыч обратно не отравился. Он, кстати, в этой больнице лежал. Я деньги давал. На докторов, на лечение. Когда бабки закончились, пришлось им мотик отдать.
Он сказал, что мы в расчете. Я не понимаю, какая муха его укусила. Так это все из-за Альбины. Не Альбинка? Уже раз 100 звонила. Но я трубку не беру. Не могу. Меня прям озноб бьет. Мне она тоже звонит. Да. Да? Звонила. Она, может, хочет, чтобы мои деньги вернули, да? Я что говорю? Смотри, 4 пропущенных звонка. Выключи телефон. Теперь пускай Альбинка понервничает, да? Значит так. Дети сегодня же могут переезжать. Угу. Я там с этой Любкой договорилась. Угу. Главное, чтобы там чистота и порядок. Поняла? Угу. А ты сегодня же немедленно давай объявление о своей продаже. Поняла? Ой, я не могу сейчас об этом думать. Не могу. Но мы просили Альбину только Аню задержать. А тут больница, кровь. Да ну что это? Альбинка. Не, ну она... Мертвого достанет, я возьму. Да, Альбиночка. Господи, что там у вас? Я ж волнуюсь. Говорит, что она волнуется. Значит, так, рассказываю. Ага. Ну, Палыч, упырь-упырем. Так, все спокойно, а мне это как-то алиби, или как это называется? Альбина, ты здесь? Девушка. Громче стучите. Я видел, как она заходила себе. Вовин. Альбина, ты что, прячешься? Ты выходи, потому что я все равно не уйду. Что надо? Выходи немедленно. Мне прекрасно тебя слышно. Я не понимаю, ты что, боишься меня? Ну? Лора, не понимаю, как Юра мог связаться с такой, как ты. Знаешь, 2 года жили, не жаловался. Слушай, ты... Оставь мою семью в покое. Из-за тебя я чуть мужа не потеряла. И сына. Ну, за Николаша извини, я крови не хотела. А Юрик, он сам ко мне в койку впрыгнул. Не хочу я слушать эти гадости. А чего ты слушай? Он, знаешь, он меня букетами задаривал, как королеву английскую обхаживал, у меня все песни какие-то пел. Что же это сердце сильно так бьется? Что за тревога волнует мне грудь? Знаешь эту мелодию? Ой, я по лицу вижу, что знаешь. Анютка, а что ты в этого мужика вцепилась? Что, за границей лучше не нашлось? Это же у нас тут в Ружанске мужик на вес золота. Значит так, королева английская. С сегодняшнего дня ты уже в этом ларьке не работаешь. Угу. Сейчас. Ни ты меня нанимала, ни тебе меня увольнять. Ну, хорошо. Разговор окончен. Тогда продолжим его в милиции. Скажи, а что Альбина вот так просто взяла и отпустила? Да ну, конечно, сейчас. С боями ушел. Прыгал через окно, нога до сих пор болит. Еще полный наркоз. Да. Ой, Иваныч, с Альбиной-то... Но я привязался к ней. Мне ее жалко. Во как. Ну, это понятно. А что с Сонечкой теперь будет?
Вот тут ты меня уел по самые помидоры. Ну а что мне делать? Надо же как-то дочку обеспечивать. Аня, разрешит вторую семью тянуть? Ну а что, Аня? Ну а куда ей деваться? Она меня любит. Дети меня любят. И Альбина меня любит. Во, я попал! Попал. Да, Анют? Юр, Николашу избили. Что? Он в больнице. Викусь, иди уже. Не нужно меня охранять. Никуда я не сбегу. Нет уж. Я маму дождусь, смену сдам. И так я на контрольный опоздал уже. Вот видишь, тебе лежать надо. Хочешь, я тебе какую-то историю или сказку расскажу? Мне сказок и в жизни хватает. Это потому, что ты очень близко все к сердцу принимаешь. Коль, мы с тобой как-то так откровенно никогда не говорили. Скажи, Арина Николаевна, это... Викусь. Подожди. Мне она всегда очень нравилась. Она не такая, как все, правда. Я помню, как ты еще в школе на нее смотрел. Как? Ты не знаешь, как. Коль, если ты ее любишь, не слушай никого, не слушай все эти глупости. И знай, что я на твоей стороне. Хочешь, я пойду в школу и скажу, что ты в больнице? Так, не нужно никуда ходить. И нет ее там. Да и не придет она. Ну почему не придет? Викусь! Иди домой, иди к своему Валерику. Живите долго и счастливо и нарожайте кучу детей. А я не хочу кучу. Хочу девочку и мальчика. А ты? Я спать хочу. Динашка, что-то ты не в духе сегодня. Угу. Видно, ужин не с продолжением получился, а с обломом. О, Наталья Юрьевна. Здрасте. Ген, поговорить надо. Кому надо, тот пускай говорит. Ген, я хотела извиниться за вчерашнее. Ну, может, отойдем? Ген, ты это... Извини меня, что я вчера на тебя наехала. Просто, понимаешь, я из-за мамы разозлилась. Она как вернулась, мы вообще не знаем, чего от нее ждать. Ни одного спокойного дня. Сплошной экстрим. Да ладно, Наташ, проехали. Я уже и забыл. Я ведь понимаю, родаки, они... всегда суют свой нос куда не следует. Ну да. Главное, все время говорят, что с благими намерениями. Ну, без обид. Без обид. Слышь, Наташа, а когда твоя мама сказала, что, ну, я тебе нравлюсь? Ген. Крась олимпийские кольца.
Леночка! Ну все, все, все. Ну все. Он спит. Я прошу тебя, не плачь. Я... Пожалуйста, не успокойся. Ну все. Хорошо, сейчас я... Сейчас я успокоюсь. Не поедем. Заявим милицию. На Палыча и на эту твою Альбину. Потому что из-за нее все началось. Так ты что, знал? Ты имеешь в виду пропаленную водку? Ты знал. И молчал. Эх, Юра. Что же вы с сыном-то делаете? Все, поехали. Не надо в милицию. Не надо. Я этого Палыча, я его сам найду, я его из-под земли достану. Дам по башке. Даже не сомневайся. Юрочка. Ты не знаешь нашу милицию. Эта сволочь просто откупится и все. Я Николашу в обиду не дам, иначе я ему не отец. А что с Альбиной делать будем? Давай на нее заявим. Пусть отвечает. Не надо в милицию. Что? Ну, она неплохая баба, она просто запуталась. Потом ребенок, Сонечка. Все будет хорошо. Угу. С Николашей все будет хорошо. Да, будет. Спасибо Гороховым. Они замечательные люди. Потому что если бы не они, я не знаю, что бы мы делали. Блин, а Кузя, наверное, в училище еще. И трубку не берет. Сколько я раз говорил. Заканчивай ты с этой учебой, а? Дома сиди. Ничего, сейчас переедем, я вопрос ребром поставлю. Мать, а вы как там с Ивой? Все оформили, да? Оформили. А ты там не узнавал, как Николаша? А то я не хочу с Ватей звонить, беспокоить. Так сейчас Кузь придет и все расскажет. Слушай, мать, а этот бугай здоровый, да? Круто я его скрутил, скажи. Привет семейству. Кто кого скрутил там? Степушка, здравствуй, дорогой. Помидоры куда? На кухню или на балкон поставь? Не, в коридоре оставь. Ага. Хорошо. Я думаю, на рынок завтра поедем. А сейчас ужинать давайте. Бать, а? У нас повод же есть. Так, это самое. Дай я пройду. А что с матерью-то? Не понял. Не знаю, может, перенервничал. Бать, мы же сегодня квартиру купили. Опа! Так что, бать, можешь нас поздравить. Купили, значит? Да. И Свате деньги на квартиру дала? Дала. И документы на квартиру подписала? А, нет, это нет. Там сегодня такое было. Драка, крики. Короче, Николашу побили. Дела. А кто ж подписывал? Так маму с тетей Ивой. Идите к столу. Мам, давай с нами. Сынок, выйди на минуточку. А что такое, бать? Выйди, выйди. Вета! Что? Заходи, заходи, присаживайся. Вы у меня там... Давай, давай, расскажи. Что вы там намутили с сестрой своей? Thank you.
Thank you.